Политическим реалити-шоу называют конкурсный отбор будущего руководителя Главного управления молодежной политики Челябинской области. Да, встречается такое определение. Конкурс на эту должность был объявлен еще в июле, и из десятков претендентов было отобрано 16 человек. О каждом из них в своем инстаграме на прошлой неделе рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также предложила своим подписчикам отдать голос за, по их мнению, лучшую кандидатуру. В итоге первое место в этом инстаграм-голосовании занял Геннадий Буданов, председатель студенческого координационного совета правкома Уральского федерального округа и заместитель председателя правкома ЮРГУ. Вот зачем Геннадию должность руководителя ГУМПа и не боится ли он конкуренции? Эти и другие вопросы мы зададим ему прямо сейчас. Геннадий, доброе утро. Доброе утро. Вот, если не врут наши источники, вам 28 лет, и это достаточно молодой возраст для того, чтобы занимать настолько высокий пост. Вы думаете, вы справитесь с такой достаточно ответственной задачей, как руководитель Главного управления молодежной политики нашего региона? Ну, на данный момент я активно занимаюсь работой со студенчеством, причем не только со студенчеством в своем университете, занимаюсь работой со студенчеством в Челябинской области, в Уральском федеральном округе. Поэтому я считаю, что, конечно, и на уровне всей молодежной политики, охватывая не только одно профсоюзное студенчество, я думаю, что у меня тоже хватит сил на это. Уверен в этом, не думаю, а уверен. Почему, Геннадий, почему вы вообще решили принять в этом участие? Ну, традиционно, нет, во-первых, хочу начать с того, что я считаю, что заниматься молодежной политикой в первую очередь должна сама молодежь. Вот. И вы верно заметили, действительно, я являюсь самым молодым претендентом, но я считаю, что кто, кроме как молодежи, разбирается лучше как раз в деятельности именно вот молодежной политики и в деятельности того, что хотят студенты. То есть мы часто говорим про поколение Z, про миллениалов, то есть про то, как меняется текущая состояние событий в регионе и у молодежи в головах. Даже мы сейчас, то есть общаясь с первокурсниками, с которыми у меня там разница там порядка там 10-12 лет, я уже понимаю, что я немного далек от них. А что говорить о людях, которым 30, 40, 50 лет? То есть, как бы это уже другое поколение. То есть, мы другое поколение, а они еще более другое поколение. И вот. Тем не менее, вы не боитесь конкуренции более старших людей, более опытных, скажем так, в аппаратных движениях? Ну, я считаю, что нет. У меня есть определенный опыт работы, значит, с правительственными организациями. Я был не единожды в оргкомитетах различных региональных, федеральных мероприятий, которые проводились на уровне Челябинска. И, благо, тоже знаком с многими представителями нашего региона. И были у меня коммуникации. Поэтому, в принципе, я не переживаю по этому поводу. Геннадий, вот по итогам голосования, которое у себя на странице в Инстаграм опубликовала Ирина Альфредовна Гехт, около 650 человек проголосовали именно за вашу кандидатуру. Кто эти люди? Вы их знаете? Вы делали репосты, просили всех ставить лайки, или это как-то так само собой получилось? Ну, для начала я был очень удивлен, что, во-первых, был придан такой широкий оглас, такое внимание этому конкурсу, и я еще оказался... Мне повезло, что моя фамилия на «Б», поэтому я еще оказался в топе в самый первый день. Вот, и получил огромное количество слов поддержки, огромное количество вот репостов, лайков. Мне начали писать мои коллеги из различных управлений нашего города, нашего региона. Мне стали писать коллеги, которые уже покинули Челябинскую область, находятся сейчас в других городах, в других регионах. Поэтому, ну, конечно, каждого я не знаю, но, безусловно, я понимаю, кто это. И в первую очередь меня поддержало профсоюзное студенчество, значит, Челябинской области. Хорошо, и последний вопрос. Мы хотим устроить вам такую блиц-тренировку. Представьте, что вот сейчас будет репетиция того собеседования, которое вам предстоит с членами конкурсной комиссии. Ответьте очень коротко, почему именно вы должны стать главой Главного управления молодежной политики Челябинской области? Наверное, самое главное, потому что я точно знаю, что нужно каждому представителю молодежи от 14 до 30 лет, проживающему в Челябинской области и в городе, в Челябинске, и во всех муниципалитетах. Я думаю, это самая главная причина. Хорошо, вы говорите, что вы четко знаете. Топ-3. Да. Первое, что нужно? Молодежь хочет, чтобы город
и регион развивался, они хотят видеть изменений. Молодежь хорошо, хотят, да. чтобы для них предоставляли максимальное количество возможностей, которых сейчас они в некоторых местах ограничены. Ну и третье, молодежь хочет создания комьюнити. Комьюнити, которое будет объединять их не только по интересам, оно будет объединять их по идеологии, оно будет их объединять по их стилю жизни, по их духу. Вот, наверное, самое главное, что хочет молодежь нашего региона, по моему субъективному мнению. Хорошо, а более подробно, как этого достигнуть, я уверен, у вас есть целая программа, не так ли? Безусловно. Большое спасибо. С нами на прямой связи был Геннадий Буданов, председатель СКС правкома, профсоюза Уральского федерального округа и заместитель председателя правкома ЮРГУ.